столько лет была в Витебске и ни разу не посетила дом-музей Марка Шагала. И вот мы здесь. Вот его памятник. А, сейчас пойдем с ним. Получается, вы делите на столбики. Вижу вот, столбики. Вот они. А потом вот такой узор, да, получается? А потом нет, получается узор. Ну вот у меня на переднике. Вот у вас, на переднике, да? Нету. Ага. Вот здесь есть на переднике. Угу. Вот, вот. Папа. Мама. Сынок. Ах, Тэмми. А Юля? Сестра. Она здесь играет роль моего администратора. Да. Хотели, мама, костюмером сделать, говорит, мама. Но отбили, сделали администратором. Говори,